является ли армянская церковь монофизитской. В армянской апостольской церкви важным догматом является вера в Иисуса Христа как 100% Бога и 100% человека. Иисус Христос, Сын Божий, стал человеком, не переставая быть Богом. Монофизитство – это учение, которое утверждает, что во Христе была только одна божественная природа, в то время как человеческая природа была поглощена божественной. Армянская апостольская церковь не является монофизитской, вопреки распространенным заблуждениям. Напротив, армянская церковь считает, что Христос является Богочеловеком с единой богочеловеческой природой, где божественная и человеческая природы не смешаны и не раздельны. Это утверждение веры четко выражается в символе веры, который читается в армянской церкви каждый день. Совершенный Бог стал совершенным человеком, духом, телом и разумом. Это подчеркивает веру в то, что Иисус Христос обладает как полной божественной, так и полной человеческой природой, сохраняя при этом единство личности. Ложные представления о вероучении армянской церкви, к сожалению, иногда распространяются из-за недопонимания или недостаточного знания истории и теологии. Важно искать информацию из достоверных источников и знать, что армянская церковь придерживается догматом Третьего Вселенского Собора. Таким образом, армянская апостольская церковь не является монофизитской, а признает во Христе и 100% Бога, и 100% человека. И теперь ты знаешь...